Здравствуйте! С вами Олеся Халецкая, и я приветствую вас в нашей видеоинструкции «Пошаговое ознакомление с прибором SmartLife». Итак, вы приобрели прибор SmartLife. Какой же первый шаг? Ну, во-первых, это, конечно же, прочитать наши инструкции. Как работать с прибором? Все очень просто. Вы нажимаете на кнопку «Запустить», и прибор автоматически включается и предлагает вам из меню выбрать кнопками вверх-вниз нужную программу. Вы нажимаете кнопку «Подтвердить» ту программу, которая вас интересует, и нажимаете на кнопку «Запустить». Когда прибор запущен и отсчет времени на приборе уже начался, у нас горит красным кнопочка «Модуляция». И мы таким образом имеем возможность уже получать терапию от прибора SmartLife. Мы размещаем прибор возле себя и уже лечимся. Соответственно, когда прибор отработает свою программу или тот набор программ, комплекс программ, который для вас составил доктор в индивидуальной программе оздоровления, прибор автоматически отключится. И мы увидим, что больше кнопка модуляция не горит. Соответственно, на этот день сеанс окончен. На следующий день снова вы берете свой прибор, снова включаете на кнопку, выбираете нужную программу и снова запускаете прибор. Таким образом, вы, где бы вы ни находились, можете получать оздоровительную терапию в любом месте. Есть только два простых правила, которые нужно соблюдать при лечении с помощью прибора SmartLife. Первое – это не забывать каждый день включать прибор. И второе – это проверять, чтобы ваш прибор был заряжен. Соответственно, если у нас кнопочка «Заряд» мы подключаем через USB, да, можем заряжать этот прибор от сети, соответственно, тут будет гореть кнопка «Заряд», ну, индикатор заряда, да, когда она отключится, соответственно, прибор заряжен. Также прибор показывает на своем индикаторе на экране полный заряд батареи или неполный. Мы также можем этот вопрос контролировать. Итак, пользоваться прибором для лечения, омоложения, профилактики и похудения на самом деле просто. Достаточно его включать и отрабатывать каждый день свою программу. Если же у вас прибор не SmartLife, а SmartLife Short, вот такой вот приборчик, то тут у нас есть только одна кнопка, и есть также инструкция о том, как пользоваться этим прибором. Ну, просто скажу также, его нужно каждый день обязательно включать на кнопочку, тут всего лишь одна кнопка, мы нажимаем, ждем. Когда прибор включится, у нас на экране появится, на индикаторе появится соответствующее предложение выбрать программу. И мы кнопочкой выбираем нужную нам программу такими короткими нажиманиями. Потом запускаем эту программу, чуть дольше подержать там, и программа уже начинает идти. Соответственно, индикатор начинает светиться. Мы вешаем прибор возле себя. После того, как он нашу лечебную программу отработает, он также выключится. Соответственно, прибор Short также работает по тем же принципам. Мы его размещаем возле себя и получаем результаты. Итак, первый пункт нашего пошагового ознакомления мы прошли и переходим ко второму пункту.